Авиация действует поэтапно и поэшелонно. То есть сначала для того, чтобы работала авиация в том ключе, в котором она должна выполнять свои боевые задачи, должна быть погашена система противовоздушной обороны. Этим последний месяц как минимум успешно занимаются наши летчики на МиГ-29 с применением ракет «Харм». Это МГМ-88. Это хорошие натовские ракеты. Они, в принципе, уже работают несколько десятков лет. Это противорадиолокационные ракеты, которые практически тушат радары систем ПВО, радиоэлектронной борьбы и радары контрбатарейной борьбы. То есть из применения этих ракет практически свело до нуля систему противовоздушной обороны на правобережном плацдарме в районе Херсона. И там сейчас могут работать, ходить практически по головам у россиян наши штурмовики, что они, кстати, прекрасно делают в последнее время. Су-25 парами, звеньями, эскадрильями практически выходят на выполнение боевых заданий под прикрытием пока, конечно, истребителей наших МиГ-29, Су-27, но тем не менее выполняют боевую задачу на правобережье. Но опять же, перед этим было потушено ПВО.